Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в игру Knife Flip Challenge. Не знаю, почему челлендж, но ладно. И мы выбираем здесь вот выбрать. Ну ладно, давайте. Kitchen. Это у нас кухня. Давайте в кухне поиграем. Первое. Добро пожаловать в мою кухню. Сейчас я все объясню. Короче, нужно кидать этот ножик и воду в чудочку. Количество попиток. Хватай нож за середину и кидай. Кидай. Хлеб. Все, зашибись. Оу. То есть равно надо. А, вон как надо. А! Стрёмно. В кого-то воткнул. Фриш. А, на три раза. Шиш-тыш. Оу. Хлоп. Отлично. Два раза ножик взял. Ну, криво, кстати, летает. Чтобы кинуть прямо, хватай нож за середину. Чтобы закрутить нож, возьми за острие или рукояти. Хошалят-тарат. Ой. Да блин, почему он, кстати? Да, ладно, что ли, а? Скрутить мне хотя бы, блин. Да. Как надо закручивать? А! Оу. Хлоп. Все у нас. Ну, теперь ты знаешь, все, удачи. Давай. И самое главное, не повторяй эти трюки дома, ладно. Уровень первый. Что за ножик? Хуш. Ой. Хуш. О, задание выполнено. Следующее задание. Хуш. То солющий-то, а? Хлеб. Задание выполнено. Ой, а почему, кстати, это? Хлеб. Воткнул себе. Воткнул себе. Так, больше нет ножиков. И заново. То есть первый, а? Хлеб. Хлеб. О, в яблочко. Блин, так-то стрёмно как-то, если честно. Ой. Хлоп. А, я воткнул вообще в доску. А! А! Оу! Сейчас мы... Оу! Куда он воткнулся? В ножики? Что за бред? Оу! О! Задание выполнено! Вау, Васа! Оу! Блин, а? Ах. Уровни. Ладно, давай посмотрим. Следующий. Мы разблокируем. И берем двух досок. Ай. Хлоп. Нет. В другую сторону. Хлоп. О! Куда он улетел? Во! Задание выполнено. Ой. Честно. Что? Что? Ладно, заново давай. Надо воткнуть 4 ножа из двух. О, было вот. Четко. 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 Нет, не четко. Че, не четко, все четко. А! Нет. Надо туда его. Да блин, да что за фигня? Давай еще один ножик воткнем. О! Нет, по сути, не надо больше. Да блин, он даже не долетает. Ой, я все воткнул там. Ладно, все, у нас уровни. А, можно разблокировать все уровни, кстати. Ладно, 15. Следующий уровень. Воткнем. О. Так, ух ты. Оу. Оу. Мы все выполнили? Оу. Блин, красавчики, слушай, а? Да. Блин, так-то вообще как-то... А-а-а, я вся воткнул. Ну ладно, мы так-то, по сути, выполнили, да? Нет? А, заново. А, на 6 ножей. Хлоп. Оу! Не, ладно, заново надо. Хорошо, заново. А реклама через одну штуку, короче, вот. Хопа. Хлеб. Хотя предупреждают, что реклама будет. Ова. Ова. Ой, тихо. О, да, детка. Да. Да, давай. У нас еще дофигища ножиков осталось. Да что ты?
Хлоп, да куда ты? Оу, а, там этот какой-то ножик, да? О, седьмой. Семерка. Сейчас будет реклама. Да-да-да. Нет, задание выполнено. Уже даже на этот. Какой? Уровни. Все в этом роде, наверное. Блин, так-то я по сути. Вот. А, 150. Это у нас магазин. У нас 150 монет. Что-то как бы все дорого стоит. Ну ладно, хорошо. Дальше. Ладно, играть. Свои уровни. А что свои уровни? А, создать можно еще уровень. В принципе, вот так вот все происходит. А что еще есть? Есть еще? О, 300. Воу, воу. Смотрите, сколько этих уровней. Странно, ладно. И вот так вот все на этом и заканчивается. То есть мы покупаем уровень, можно купить. Ставьте новые рекорды, но уже на открытых уровнях. То есть мы здесь не поставили уровень. Ой. Хочешь? Хочешь? Ой. Ой. Вот. Так. Та-да-да, я думаю, реклама, кстати, будет. Ладно, здесь я не знаю, как бы вам объяснить. Ну, здесь, наверное, так все и... Это быстрый обзор, потому что я не вижу здесь, как бы, все стандартно. Быстро. И понятно. Хотите кидать ножики вверх-вниз, я не знаю. Мазать экран. Вот так вот. И то, кстати, физика вроде нормальная, иногда ножики встыкаются в ножик и держатся на таком расстоянии. Я не знаю, как бы в уровне следующий, что они там изменят, топор кидать. Ладно, на этом все. С вами был Швили. До новых встреч. Пока.